Всем привет, друзья, с вами Неломоб, сегодня мы поиграем в игру Аватария. Что же мы здесь видеть будем? Мы должны выбрать себе сейчас персонажа, то есть создать его, и для этого нам нужно выбрать глаза, тут и можно различные подобрать себя. Можно в случайную внешность выбрать, пускай я буду таким, или таким, или таким, о, вот это я, пускай я буду таким вот взрывом на голове, может быть, или все-таки с усами, или с бородкой, я даже не знаю, или вот таким, наверное, все-таки. Вот это более-менее на меня похож, но какие-то глаза непонятные. Глаза у меня аж не настолько вот такие, побольше, покрупнее. Цвет волос, кожа, губы, прически. Прически, цвет, вот. Назад, вот это я, наверное, вот это. И цвет мой приблизительно не коричневый, но светлые у меня волосы, но не блондин. Так, ну усы. Губы. Усы мне не нужны, просто улыбка. Как убрать усы? Как их вот сюда убрать? Не хочу усы, чтобы... А, борода и усы. Не надо, и бороду не надо. Хорошо, губы, брови, глаза. Готово. Сменить пол. Не надо сменять пол. Миша, да, я пускай буду Миша, но вы знаете, что все-таки я не ломоб. Не ломоб, будем не ломобом. Готово. Загрузочка идет. Смотрим, что у нас будет дальше. Готов? Оторваться сегодня в клубе. Но прежде чем пойти, я должен закончить там что-то там. У меня какое-то пришло письмо. Комфорт 2К. Комфорт 1999. То есть комфорт падает, да? Это я, и у меня какое-то щелки, чтобы ответить другу. Откройте редактор комнаты. Щелки по фонтану, чтобы выбрать его. Фонтан. Разместите фонтан в комнате, перетаскивая его мышью, затем нажмите «Сохранить». Ага, вот я могу тянуть фонтанчик, ставим и нажимаем «Сохранить». Очень похожа игра на The Sims, только такая в пиксельном таком манере. Неужели ты способен... Что там еще было? Щелкни, чтобы открыть гардероб. Короны. Что такое короны? Я пока не знаю, видимо, это какая-то валюта. Брюки у меня есть. И что же мне с этого нужно сделать? Не понял. Сейчас закроем, нельзя. Ну, брюки 9. Татуировка в виде жука. Сохранить. Отлично, выглядишь. Давай заглянем в кофе и выполним по... выполним по чашечке кофе. Неломоб, идея. Идем. Щелкните. О, зайдет загрузка. Интересненько, интересненько. Давайте закажем по чашке кофе. Опа. Так. Щелкни, чтобы заказать кофе. Щелкаем. Кофе стоит одну монетку. Энергия 30 добавляет. Давайте закажем кофеечек, кофеечек. Официант. Кофе мы... У меня все хорошо. Вот ваш заказ. Официанточка подошла ко мне. Оу, спасибо. А что-то еще мне хотят? Оу, чтобы аватар начал танцевать, щелкни по нему. Затем выбери действие танцевать. Иди сюда, иди сюда. Он не тянется. Оп. Танцевать. Танцы. То есть меня не сильно видно. Как твои дела? Давно не виделись. В общем, у меня дискотека началась. Дискотека. Танцуем. Танцуют все. И что? Ага, вот письмо новое пришло. Идет загрузка. Хорошо, вот это была тусовка. Да, кстати, а ты не думал о своей собственной квартире? А, это я у друга своего. Я ему Саша его зовут. А это я не ломо. Собственная квартира. Сказка. Вы разительный дизайн для яркой личности. Любишь выделяться из толпы? Тогда эта квартира для тебя. Следующая. Хай-тек. Лаконичный дизайн и стиль просто и со вкусом. Если хочется нежности и тепла, эта квартира подходит лучше всего. Мягкие тона и стильный дизайн интерьера не оставят никого равнодушным. Уют и комфорт квартиры. Минимализм. Все очень... Мне нравится минимализм. Я не люблю, когда много всего так расставлено, нагроможденное. Но сказка... Они все стоят по 50, то есть разницы нет. А, подождите, а где мой хай-тек? Сказка. Так, дальше. Нежность. Уют. Минимализм. Берем минимализм. Опа. Поздравляю с покупкой квартиры. Давай позовем всех твоих друзей на новоселье. Попробуем. Олька... Это все мои друзья, кто играет в Аватарию. Выбрать всех. А, пригласить друзей. Нет, нет, я сейчас всех друзей, кто у меня есть в друзьях, приглашу. Не надо, кто играет. Не хочу приглашать.
ждут уникальные здания, которые могут узнавать нового о мире Аватарии. Новые задания. Вы выполнили задание новоселье. У тебя пока еще маловато мебели, поэтому вот тебе на первое время, чтобы не было так пусто в квартире. Ты достиг второго уровня. Рассказать, закрыть. Ничего не рассказываем. Увлекательный мир, где каждый найдет себе развлечение по душе. Обстой квартиру. Так это я вот сейчас и играю в нее. Играть. Я же в нее играю. Так, ну я не могу с собой управлять. А не могу. Он все-таки ходит. Оказывается, я все-таки могу ходить. Правда, немного забавно, но хожу. Вот, посмотри, какие еще интересные задания тебе предстоит выполнить. Заходим в задание, смотрим. Твой новый имидж. Хочешь, чтобы перед тобой открылись новые горизонты? Хочешь общаться с самыми известными личностями? Носить самые крутые шмотки? Быть всегда на виду? Тогда нужно начинать менять свой имидж. Получить баллы имиджа. Магазин одежды. Ага, ага, ага. То есть твой новый имидж. Бонусные задания. Всякое бывает. Мне не хватает немножко награда, денежки. Магазин одежды. Ого, то есть я немножко еще не разобрался с деньгами, как тут все предстоит дело. Если что-то накуплю, вот, наверное, вот это можно заработать самому. Это, наверное, уже покупать надо. В принципе, тут все можно покупать. И ту валюту. Но мне кажется, серебро дешевле, чем золото. Потому что у меня его тут и так даже больше. Мы давайте себе за серебро, вот, за серебро. Костюмы для за серебро. Пока что такие самые дорогие тратить не будем. Какой же мы выберем костюмчик для нашего... Мне, в принципе, сейчас устраивает. Белая футболочка, ничего. Рубашки, куртки за серебро. Ну вот, это жилетка, ничего такая, в принципе, да. И дает три коронки, дает. Три коронки. Аксессуары. О, возможность... Ой, я всегда хотел, чтобы у меня были часы. Тем более, вот они, очки. Часы купить. Часы покупаем. За 600, да. Покупаем часы. И покупаем еще... Пока что хватит. Посмотрим на задание. Мне баллы имиджа нужны. Звездочки вот эти вот. А нет, стоп. Получить баллы имиджа. А где мои баллы? Посмотреть, где посмотреть мои баллы имиджа? Я пока что не понял баллы имиджа. Уровень выполняет задание, чтобы получать новый уровень. Ага, это энергия устанавливает каждую минуту. Ребята, пишите свои подсказки мне про эту игру. Места, задания, рейтинг, редактор комнаты. Вот, редактор комнаты. Смотрим, что у меня есть. Есть комод. Мы можем поставить комод. Раковина. Опа, у меня есть светильничек. Светильничек мы сейчас установим, тянем его, чтобы у меня было возле... я думаю, что мне вот здесь хорошо подойдет светильничек. Его сюда и поставим. Инвентарь. Повернуть. Снять выделение. О, все, лампа стоит. Это ваза с цветами. Вазу с цветами можно поставить на стол. Но у меня уже есть одна ваза с цветами. Но пока что поставим тут еще одни цветы. Хорошо. Что еще у меня было здесь? Комод, по-моему, был. Комод можно крутить, повернуть. Где мы... Ой, диван случайно убрал. Значит, диван возвращаем на место, а комодик мы обустроим сейчас свою комнату очень хорошо. Так, 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 повернули, и вот тут комод в прихожей, допустим. Тут можно будет вещи свои хранить. Вот, сохранить. Хорошо. Кстати, смотрите, у меня вот Саша есть в друзьях. Снеговик. Эти все такие люди, такие все прокачанные, это все мои... Мои, наверное, в друзьях, мои все друзья. Смотрите, кто у меня добавленный. Дима, Артем. Вот у меня всего лишь пока что второй уровень. Задание. 5760. Магазин. Чем больше у тебя одежды, тем выше имидж. Посети магазин одежды, чтобы обновить свой гардероб. Имидж. Рубашечка. Чем больше у тебя одежды, тем выше у тебя имидж. Серебро. Золото. Вот эта рубашка дает целых 50, но она стоит за золото. У меня даже столько нету. VIP вообще-то 99-38 опыта. Но это вообще VIP одежда, она стоит очень дорого. За серебро пока что можем себе позволить покупать. Что мы возьмем? Наверное, такую кофту себе купим. А, серебро 300, а мне не хватит на такую кофту. Вот такую виповскую мантию можем купить себе. Купим. Обладатель VIP-статуса. Хочешь получить его? Ну, а как получить VIP?
Ага, для того, чтобы получить VIP, нужно купить его за монетки. Ну, пока что мы этого делать не будем. Тогда купим что-нибудь обычное, что тоже дает довольно много коронок вот этих. 14, вот дает коронок, неплохая вещичка. Высматриваем, 14 больше всего мне давало. 13, вот есть кофточка. 19, вот. Это вот сейчас вот это, я нацелился за 19. Вот это, наверное, и купим. Купили. Серая кофта. Ты выполнил задание, твой новый имидж, награда, закрыть. 500 золота и получили еще звездочки. Новые задания какие? Почему бы тебе не прогуляться до ближайшего кафе и не отведать чего-нибудь вкусненького? Это поможет тебе восстановить запас сил и немного отвлечься. Я могу сейчас нажать в кафе, но мы будем с вами играть в Аватарию в следующем выпуске, если, конечно же, вы поддержите меня в моей игре, кстати, и будете, может быть, даже как-то, если здесь можно, приходить ко мне в гости, будем записывать с вами вместе Аватарию дальше. На этом все, с вами был Ниломоб, до скорой встречи, пока-пока.